Наверное, я не должен вам это показывать. А это Дима из Германии. Смотрите, я здесь гулял возле церкви святого какого-то там Валентина и нашел стреляные гильзы. Представляете, какое здесь количество их? Куча, куча. Наверное, это газовые патроны. Вот целый капсуль даже есть. Куча гильз. И это где я нахожусь? Это Германия, детка.